Всем привет! С вами Тед. И вы, конечно же, видите на экране Протоса. Но это не я. Я в этом углу. Как вы видите, это же Тед. Я покажу вам сегодня классный билд Затерана в StarCraft 2. Сейчас, конечно, модно играть в Among Us, да, и вот эта вся тема с предателями, импостерами, все-все-все, вот это меня натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать импостер билд Затерана, да, то есть мы будем показывать, что мы играем в одну стратегию, но на самом деле мы предатели, которые, ну, жестко-жестко нападут из-под тишка, и начинается все именно с газа до барака, и сразу после газа мы срываем две КСМ-очки, которые будут, собственно, убегать втихаря и ставить прокси. Очень важно именно пойти по этому таймингу, сбежать, потому что иначе вас словит разведка после пилона, ну, либо любая другая ранняя разведка. Вот, ставим после газа барак, продолжаем строить КСМок, закидываем на газ две КСМки, ну и дальше все вроде бы как обычно, но мы добираемся до какого-то места прокси. Оно не должно быть очень близко к сопернику. То есть мы не планируем очень рано его давить. Мы не зависим прямо от, ну, расположения вот здесь. Но и далеко, очень далеко не стоит ставить. То есть нужно так. Где-то в районе вот четвертых баз. Вот на такое расстояние от соперника удобно ставить. Поэтому я выбрал это место. И, собственно, мы ставим два барака. Вот так вот. То есть пока здесь, если разведка приходит, все выглядит достаточно понятно. Открываемся в Рипера, самое главное. И заметьте, я не делаю пока что орбитальную станцию, потому что у меня на нее нету ресурса. Я продолжаю строить КСМок. Здесь пробочка приходит, видит, что нет у нас второй базы. Это, тем не менее, ни о чем жестком не говорит, да? То есть это говорит лишь о том, что, ну, возможно, она встанет чуть позже. Ставим здесь сразу же техлабу. А здесь у нас два реактора. И очень часто вот это вот все выглядит, особенно если Протос сможет разведать, там, благодаря адепту или пробочкой удачно подойти. Это все похоже на что? Кто знает. Это похоже на какой-то раш мародерами или еще что-то, да? Но это совсем не то. Рипер тем временем у нас спокойно идет, напрягает Протоса, развлекает Протоса. И, собственно, там себя хорошо чувствует. Отсюда мы, естественно, строим кучу мариков. Здесь мы уже сделали орбиталочку. Вот. И тут тоже мы продолжаем строить мариков. Но мы учим стимпак. И рассказываю, как говорится, и показываю, что мы делаем. Также мы можем делать вторую базу. У нас на это хватает ресурсов. В то время, пока у нас здесь строится без перерыва марики. Ну и здесь, соответственно, тоже было бы неплохо им все время без перерыва строиться. Вот, рипером тут развлекаемся обязательно. Летаем, мешаем Протосу спокойно существовать по возможности. И посмотрите, в чем фишка билда, да, что он выглядит как, возможно, макро... Ну, возможно, вначале это выглядит как стандарт. Потом Протос понимает, что у нас нету второй базы. Но это как бы ничего страшного, и это выглядит как какой-то пушек мародерами, да, либо еще что-то. Но это ни то, ни другое. У нас появляется вторая база, и Протос такой, о, он все-таки будет играть в макро, наверное, да? То есть он собирается развиваться, просто позже ставит базу. И он, ну, боится мародера или еще что-то. Но ему стоило бояться не мародера, а вот этого супер раннего пуша со стимпаком. Посмотрите, обычно этот пуш, к примеру, выходит с базы, Протос его замечает, и тогда он видит, что «А, ко мне идет пуш, но я тогда готовлюсь». А здесь у него нету времени подготовиться, и вот эта армия просто приходит и начинает дичайший размен с Протосом. Сейчас начнется кровавая бойня. То есть мы его смогли отвлечь, здесь сейчас никого нету, и армия приходит, разламывает пилон, отключает. Начинает крушить пробок, просто разламывать. Смотрите, какой сумасшедший ДПС. ДПС сумасшедший просто у армии Терана, у этой. То есть это марики просто приходят и реально ломают вообще все, что хотят, делают. И тут к ним еще подкрепление доходит, заметьте, да. То есть мы продолжаем строиться, мы не останавливаемся на этом.
И все, просто вообще сумасшедший билд. Надеюсь, тираны вы оцените. Попробуйте на лазере, это реально прикольнейший билд. Самое главное, что позади тем временем у нас вторая база идет, и мы здесь можем начинать уже развиваться, да, переходить в какие-то технологии, ставить в эти инженерку, фэктори, старпорты и прочие все вещи. Вот, здесь пока я ломаю протаса, он же ответил даварпом. Собственно, здесь ломает мне КСМок, такое тоже бывает. Мы делаем в это время щиты, не дает поставить инженерку. Ну, как бы не беда, не беда. Такой у нас небольшой размен базами произошел. Но мы ему-то базы все убили. И у нас толпа наших импостеров. Импостеры бегут. Да, то есть где-то среди них, среди вот этих вот ребят есть настоящий импостер, который с самого начала игры, наверное, кто-то из этих ребят, да, корпорал какой-то, он с самого начала игры помогал нам победить. И, собственно, вот, эта армия, посмотрите на ДПС, просто посмотрите, как она в считанные секунды ломает просто любое здание. Вообще просто вот. Это без ускорения. Они просто ломают здание. Вот. Что я вам скажу, ребята? Что этот великолепный билд вы можете играть не только против Протоса на самом деле. Вот, кстати. Такой музончик из Бенни-Хилла надо подставить, наверное, будет на монтаже. Хотя забанит YouTube. Вот. Сейчас я вам покажу, как это можно сыграть против зерга. Итак, здесь уже все понятно, кто Теран. И понятен наш замысел. Думаю, отлично понятно, во что мы сейчас будем рубить. В этот же самый импостер билд спокойно выбегаем. Но против зерга надо очень аккуратно пробежать. И стать так, чтобы вас не спалил овер. То есть это явно за четвертой базой, даже где-то в этом уголке. И чуть раньше закрыть базу. Это будет, естественно, удобней. То есть дальше все мы готовимся к постановке прокси-бараков. Вот мы их ставим. Готовим здесь наших мариков. Заметьте, я не делаю рипера, но, в принципе, стоило бы. Стоило все-таки открываться в рипера, разведывать, понимать, где база, примерно во что играет соперник. Вот. Но, тем не менее, главное строить мариков. Строить мариков и здесь. Обязательно две реакторных установки. И начинаем строить. 3.30 спокойно идем, ставим вторую базу. Сейчас пробегают линги, мы их, в принципе, забегаем наверх, отменяем базу, и все окей. Вот. Но если не прибегают, тогда все еще замечательный. Вот. И, как вы видите, у нас выучились уже давно стимпак, и мы, в принципе, могли бы напасть на него, да, вот этой даже армии. Но если у него сейчас готовится какая-то атака у зерга, тогда эта армия, конечно же, падет. Потому что она маловато, да. Хотя на Тоса вы можете вот так вот даже в 3.50 до варпа, да, у Тоса варпа не будет в 3.50. И вот эта армия может разломать Протоса, на самом деле, если вы вот нападете ровно по таймингу стима из этого билда. Вот. Но против зерга мы учим еще и щиток. Учим щиток, мы ставим бункер. И готовим здесь огромную толпу мариков. Выдвигаемся, когда щит почти готов. Это обязательное условие. Вот. И как только щит готов, мы забегаем на крип. Можно чуть-чуть раньше. И заметьте, мы атакуем с двух сторон. Здесь небольшая армия. Зерк смотрит и смеется. Зерк смотрит и смеется такой. А зачем ты сюда пришел? Ну ладно, убил пину, ничего страшного. Но вот здесь ему будет не смешно. Вот тут ему будет не смешно. Посмотрите на ДПС. Просто бжух-бжух. Нет квины. Точнее, уже двух. Я даже моргнуть не успел, а уже двух квин нету. Вот. Тут я моргнуть успел, но мне кажется, до того, как я моргнул, здесь было побольше дронов, чем вот эти остаточки. И здесь, конечно же, начинаем строить бункера. Если зерк занял базу тут, это нам еще удобнее. Мы здесь сядем в бункер и будем стрелять по низу. Вот, ну вы понимаете, армия огромная. Просто огромная армия мариков со стимпаком, со щитом. Вот такой вот импостер билд. Просто невероятный билд. В котором вы будете именно неожиданно приходить к своему сопернику. И вот так вот просто с автоматов его
крушить, ломать просто, никаких шансов не оставляя, потому что марики это жесть, марика это жесточайший ДПС, это просто мощнейшая армия, вот так вот они приходят и просто диктуют свои условия зергу, который в конце, хоть у него и ник Киллер Тед, да, остается, к сожалению, с носом, и Тед не смог убить Теда, потому что, ну, вот такой вот Киллер Тед попался против импостер билда. Вот. Ему это понравилось, хотя он не ожидал, что он проиграет так легко. Вот. Ну, а с вами был, как всегда, Тед. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч.